добро пожаловать в нашу с мамой рубрику. Здравствуйте. Сегодня мы будем готовить печенку, потушим с луком и с морковкой. И сделаем печеночно-куриные котлетки. Для этого понадобится филе куриное, луковица и грамм, наверное, 150 печени куриной. Ну, как всегда у нас... Это на котлетке. Это на котлетке. А тушить будем просто печенка, лук и морковь. Да. Ну что, начинаем мы с того, что будем тушить печенку. И сейчас мы через терку, через крупную, да, мам? Да, натрем морковочку и нарежем средненько лучок. Вот мы уже натерли морковку, нарезали лучок. Вот так вот мама тут делает. Тут грамм 300-400 печени, не больше. Если кому надо больше, значит больше морковки натирайте, больше лука, естественно. А и ты ее мелко дальше порезала? Или покажи кусочки? Нет, они целиком. А, вот такие. Да, не надо ее резать совсем. Мы поставили кастрюлю, разогреваем. И наливаем вот немножечко масла. Сперва лучок добавляем. Кладем лучок и немножко-немножко подтушиваем, поджариваем. Совсем немного? Совсем, ну, минуты 2-3. Это все делаем, кстати, на среднем огне. Добавляем теперь морковочки. И сколько так мы мешаем? Тоже минуты 2-3. Перчим немножечко. А соль? Сейчас добавим и соль. Сейчас печем. На вкус, да? Да, на соль на вкус. Сколько? Ну и перец, как да, любит, да, можно и без перца. Да. Как солим немножко. Теперь кладем вот так тушеночку. Печеночку. Печеночку, да, в тушеночку. Мешаем. Делаем теперь огонь медленный. Ставим крышку и тушим по минуте где-то 20-30. И мешать не надо? Периодически мешаем обязательно. Вот все, то есть 20-30 минут помешиваем. Все, теперь мы будем делать котлетки. И сейчас через мясорубку будем пропускать все. Немножко соли. Ничего себе, немножко. Нет, это мало. Да? Это нормально. Ну, кто как любит. Немножко перчим. И перемешиваем. Да, и перемешиваем. Яйцо добавлять в эти котлеты не надо, так как куриное, если мясо, не разваливается котлеты. Поэтому яичко сюда не надо, получается более диетические. Да, то есть вначале, если не обратили внимания, мы сказали, что здесь куриное филе и печенка смесь. Поставили чугунную сковородку, сейчас сначала ее просто хорошо разогреваем, потом уже будем наливать масло. Наливаю растительное масло, как на обычные котлеты, как всегда. Еще чуть-чуть подождем, чтобы разогрелось. Немножко намочила руки, чтобы лепить было удобно котлеты. Как обычные котлеты, берем лепим. Только чуть-чуть потоньше, чтобы они были. И кладем. И сколько они так будут жариться? Ну, обычно минут 5 с одной стороны, минут 5 с другой, минут 10. И все? 8-10 минут. Один раз переворачиваем и все. Один раз переворачиваем и все. Мы пока жарили котлетки, с мамой поняли, что допустили небольшую ошибку, сказав, что один раз переворачиваем, потому что мама переворачивала котлетки 2 раза. То есть в общей сложности они действительно у нас жарятся 10 минут, но переворачивали по 2 раза с каждой стороны. И вот, кстати, уже то, что у нас получается. Печенка у нас потушилась где-то минут за 25. А котлеты где-то 10-12 минут, смотря какой толщины вы слепились. Так что приятного вам аппетита, пробуйте. Я надеюсь, вам понравится. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!